Петр у нас тут про Потому кота. Что зачем я буду к своему любимому животному применять хоть какие-то формы насилия, ограничения? Да пусть что. Встань, у него все руки, он ноги разъебашил, каждый день новые царапины, укусы. Ну кот это лапочка. Да, ну хрен с ним. И Наташа из всей этой компании знаешь только Лилю. Сережа, да. Ты Сережа знакома. Ивкина я видела у Нади раза два. Да, ну, он такой один человек, поэт. А Лена Шепелева не из этой тусовки? Ты не про свои она, это Лена. Нет, и вот мы, она, с, да, она в гости приходила ко мне. Ну, она такая, она и ко мне не идет. Собираемся. Я сколько не звала. Да, понятия. Нормально. Ну, ладно. Понятно. Ну, что делать, ну, девушка такая ей, очень. Она не любит разговоры вот эти вот. Но если а, я про мужиков, люблю, про письки, ну, в смысле, мало если кто я любит. Я просто не люблю, но как-то я терплю. То она не будет. Она не будет это терпеть, она просто не будет приходить, да. Ну, видишь, я нормально. Ну, видишь, им хочется же про это поговорить. Я терплю, потому...